Обрабатываться дерево будет по классике, место разреза садовым варом. Сайка облепишная получилась. По осени вот ту ветку сформирую, потому что виноград начинает в нее вцепляться вот таким вот образом и подгибать себе. И с этим пришлось удалять эту ветку. Кроме того, она тянула вверх, точнее вниз, верхнюю ветку, поскольку была подвязана. Сейчас все лишнее уберу, и можно будет собирать плоды. Равно как с обрезанной ветки собирать плоды. Облепиха дает очень много детишек. Например, вот здесь вот она выросла над скважиной. И на рабочей грядке с нашей мастерской скала она тоже растет. Вот таким вот образом я ее формирую. Небольшое, а бонсайное деревце. Скажем так.